Уже несколько лет латвийские больницы оказывают неотложную помощь значительно большему числу пациентов, чем планирует Министерство здравоохранения. В результате средств не хватает. Некоторые региональные больницы находятся на грани банкротства. Самая больная тема для больниц – неотложная помощь. На таких пациентов введены квоты. Согласно квотам, выделяются деньги из госбюджета. В больницах говорят, это абсурд. Никто не знает точно, сколько в год будет таких пациентов. Министерство думает, что врачи, которые эти наши семейные врачи, как называем, будут те, которые очень будут хорошо работать, будет профилактическая работа, и люди будут меньше болеть, и не будет необходимы эти больницы. А жизнь показывает абсолютно другое. К нам привозят очень тяжелые случаи, нам привозят неясные случаи, с которыми не справляются локальные больницы, и мы не можем закрыть дверь и не оказывать неотложную помощь. Так вот, данные за 8 месяцев этого года, государство нам не заплатило за 540 больных в абсолютных деньгах. Это составляет около 800 тысяч лат. То есть до конца года, скорее всего, эта денежка будет миллион. И как выкрутиться из этой ситуации, руководство больницы должна думать сама. Есть региональные больницы, которым могут помочь их самоуправление. Другие решают проблему нехватки денег, направляя на лечение неотложных пациентов другие заработанные средства. Нам есть большая амбулаторная часть, где мы, прибыль нам есть, и то мы вкладываем за лечение неотложных больных. Сейчас большинство зарабатывает на амбулаторном и платном медицине. То есть те ресурсы они вкладывают, чтобы могли оплатить неотложную медицинскую помощь. Это ненормально. У большинства региональных больниц квоты на лечение неотложных больных уже исчерпаны, а до конца года остается еще почти 3 месяца. Представители самоуправлений и региональных стационаров решили направить премьеру письмо с просьбой о помощи. Ян Рубинчик, Роналдс Бранс, Латвийское телевидение.